Дайте мне для моей девочки. Она так нам нужна. Вот эта пьеса нам не хватало. Прекрасно сделана, но невероятно. Ну, поздравляю. Я вам хорошо, я успел. Да, да, я успел прямо молодец. На эту самую. Вы молодец. Спасибо. Что, я снимаю, вот я разговариваю, вот я с каравая. А вот с девушками сейчас. Ну, присутствие я вижу. Я думал, девушки с модельного агентства, они с кафедры композиции. Нет, это так банально. Ай, какие красавицы были. Девушки, молодцы. Спасибо большое. Я тебя поздравляю. Это моя... Саша у меня учился, был отличником, очень хорошо учился. Это наш, да. Это наша Мадонна. Не понимаю. Нет. Молодец, спасибо. Такой классный экспрессия. Спасибо. Мне очень понравилось. Спасибо. Честно, я тебе говорю, потому что как-то, знаешь, такая вот поезд восточный, как Шанхай. У меня каким-то востоком повеяло. Там пентатоники много просто. Понимаешь, вот чуть-чуть на меня такие вот повело. Я вспомнила китайские сопутешествия, вот как-то мне такое, знаешь, классно. И драйв, Саша. Как-то все то, что мы живы, понимаешь? Общайся с девушками, я пойду. Мне очень понравилось, Саша. Ради... Слушай, а тебя такое услышать дорого стоит, да? Нормально, вот. Я положил столько крови, у меня одна бутылка.
То есть в суд попадает, ему 50 лет, я сам себе сделал. Я подумал, что надо закончить какое-то торжество, торжественное постановление. 50, ты еще молодой. Ой, еще, знаете, у вас очень талантливый ученик. Но... Ученикам уже трудно называть человека, который уже пора, да. Ну да. Сюда. Да. Очень молодец. Спасибо. Саша, потрясающая пьеса, мне очень понравилась. Нет, я думал, мне не понравится. Значит, программа у тебя совершенно точная. Смотреть в окно? Да, смотреть в окно, это ты совершенно точно. Я сразу представил. Пьеса очень приятная. Спасибо. Очень приятно. Спасибо.